Привіт! Сьогодні ми в гостях на елеваторі в Чернігівській області. Це елеватор компанії TAS Agro. Він може зберігати майже 60 тисяч тонн зерна. На елеваторі працюють тільки з зерном компанії. Північний кластер TAS Agro обробляє більше 20 тисяч гектарів землі. І все зерно з цих полів везуть сюди. Елеватор на даний момент 34 тонни вже тисячі прийняв. 17 тисяч уже из них отгружено. То есть репак весь уехал, и сейчас грузим пшеницу. По репаку и пшенице наши аграрии отличились, то есть выше бюджета мы вышли нормально. По качеству то же самое, наш регион, один из всех, Винницкая, Юг и Киевская область, то есть у нас пшеница получилась 50 на 50, то есть 54 класс, фураж, и 50% третий класс. Сою первую 1000 тонн мы за вчера приняли, первая вот пришла. Кое-какие нюансы есть, но белок высокий, от 40 и выше. Сонечника не будет в этом году. В прошлом году, ну не знаю, принято было такое решение, что наш регион сонечник нерентабельный, урожайность не получилась, не знаю, сняли. В прошлом году был сонечник, в этом году перешли сугубо на сою. У меня сои 18 тысяч ожидается, если тоже превысим бюджет, ну до 20 тысяч будет. 25 тысяч бюджетных расчетов на этот год, то есть 2,5 оборота мне каким-то образом при данной логистике надо сделать. Естественно, в элеватор это все не влезет, потому что, я говорю, сейчас пшеницу не успели все отгрузить, еще будет у меня третий класс лежать. Вот. Соя вся в элеваторе, кукурузу будем, у нас не однолетний опыт уже укладки в силобеге, то есть ну, частично кукуруза в силобеге пойдет. Долго она у нас не лежит, потому что ну, как только заканчивается уборка, мы сразу начинаем их вскрывать и сушить. І цього року одну з зерносушарок підприємства переводять на альтернативне паливо. По нашому холдингу, по всьому, було в прошлом году прийнято рішення, коли почалися ці перебої з газом, ціна на газ почала сильно рости, перевод елеваторів на теплогенератори пілетні. Порахували економіку, економіка нам сказала добре. І ми продовжили переобладнання наших зерносушарок на альтернативний вид палива, тобто перехід в даному випадку на пелету. Це наш шостий теплогенератор, який працює на твердопаливному топливі, але це саме потужний з тих, які у нас є в наявності. Под наші запроси, під наші техуслови було розроблено, ну, чуть ли не уникальное. Программное обеспечение, сопровождение, чтобы она работала синхронно с программой сушилки. Ну вот это кусок работы они сделали, конечно, такой нормальный. Замість того, щоб гріти атмосферу, то все це тепло ми забираємо всередину. Плюс, як це працює? Напряму ми беремо тільки 6% догорівшого газу, все остальне знімається з теплообмінника. Тобто це забезпечує більшу пожежну безпеку, запроваджує, але виключає фактор очистки теплообмінника. Це надзвичайно важливо, тому що будь-яке обладнання, яке працює з теплообмінником, потребує його очистки. Це тяжкі процеси, це тягне за собою додаткову кількість персоналу, це сажа, іскри і так далі. Тобто тут такого немає. Буквально на днях завозится пилета, и мы будем настройки производить. Может, на сое получится, хотя на данный момент, опять же, забегая вперед, соя пока сухая идет. 146 тысяч было позапрошлый год до войны, вот это последний раз. Но нужна для этого логистика. Нужно постоянное движение зерна, и тогда это возможно. Сейчас, да, на превеликий жаль, по пшенице. Пшеница едет на Румынию сейчас. Вот вагоны грузим, тоже медленно. Потом на следующий день они таможатся, потом уезжают. И так, то есть постановка идет не то, что несколько раз в день можно вагоны менять. Даже не каждые сутки, все зависит, как там таможня, документы и прочее. Приходится иногда
частично вывозить автотранспортом, потому что не всегда ЖД управляется, и не всегда ЖД, как в прошлом году, мы отправили, и они по 3 месяца стояли на границе вагоны. Ну, сами понимаете, это тоже help. Вот, поэтому, ну, предпочтение, конечно, ЖД отдается. Рассматривается даже вариант тепловоза своего, чтобы не ждать на железной дороге постоянной проблемы с тепловозом, чтобы хотя бы на станцию вытягивать своим ходом эти вагоны. Не знаю, как у нас получится, но то есть грузить мы можем, мощности позволяют, и в дальнейшем при постройке третьей линии, соответственно, они будут, ну, транспортное оборудование уже будем ставить такое, чтобы как можно быстрее грузить вагоны. Потужности хранения в связи с сложившейся ситуацией в стране, с логистикой, не хватает для обеспечения нашего сельхозпредприятия. Поэтому вышли с просьбой рассмотреть возможности, так сказать, по достройке. В связи с тем, что территория элеватора ограничивается, и для развития куда-то в сторону нет возможностей. То есть есть такая мысль снести старые склады напольные и даже не одновременно, а постепенно, скажем, сносить и застраивать их новыми силосами. Так, по расчетам нашим совместно с аграриями, элеватор минимум должен составлять, емкость элеватора 100 тысяч тонн. К этому и идем. То есть, ну, это минимум, еще надо 6 банок поставить, чтобы в сумме с яснующими мощностями было 100 тысяч. Такие планы. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на нових елеваторах.